Зенитчики Южного военного округа провели учения на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области. Боевые расчеты С-400 успешно уничтожили 8 низколетящих скоростных высокоманевренных целей ракет-мишеней «Кабан», «Бекас» и «Армавир». В рамках мероприятия военные провели проверку систем ПВО условным самолетом-разведчиком противника, который выступал в качестве контрольной цели. На эффектных кадрах можно увидеть отражение авиационного удара самолетов и вертолетов условного противника с имитированными пусками зенитных ракет. Редактор